Футбольный клуб «Тверь» одержал победу в четвертом туре ПФЛ. В субботу, 7 августа, команда Вадима Гаранина на своем поле обыграла «Ленинградец». Набранные 3 очка позволили тверичанам возглавить турнирную таблицу своей группы. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Матч 4-го тура группы 2 профессиональной футбольной лиги Тверской коллектив проводил после непродолжительной паузы. Из-за нечетного количества команд предыдущий игровой день подопечные Вадима Гаранина пропустили. В свою очередь матч с ленинградцем можно было рассматривать как игру лидеров. По итогам 3 матчей соперник Твери имел на 1 очко больше хозяев. Гости сходу бросились свой статус подтверждать, однако все попытки были тщетными благодаря игре вратаря хозяев Дмитрия Герасимова. А на исходе первой 45 минутки Тверь забила свой гол. Сделал это Илья Климов, добивший мяч в сетку после отбитого вратарем гостей пенальти. Парирует Зайцев, но тут же добивает Илья Климентьев. Становится автором первого гола в этом матче. Тверь открывает счет. С первых минут 2-го тайма Тверь продолжила владеть мячом. Тем не менее, ленинградец искал шансы счет сравнять. Но раскрывшись, гости получили в свои ворота 2-й гол. На 72-й минуте отличился вышедший на замену Никита Еременко. А еще через 6 минут усилиями Тимофея Шипунова хозяева довели счет до разгромного. Еще одна передача. Удар должен быть. Да! 3-й мяч в ворота. До финального свистка счет на табло больше не менялся. 3-0 и с 7 набранными очками Тверь возглавила турнирную таблицу. Комментируя итоги поединка, наставник тверитян Вадим Гаранин отметил, что игра была интересная и тяжелая. Наверное, мы немножечко ждали от соперника, скажем так, более агрессивной игры в плане прессинга, в плане атакующих каких-то действий. Отдали они инициативу нам. Вот, готовили мы немножечко другие варианты, но мы знали, что будет очень тяжелая игра, там конкурент за очень серьезные места. Следующий поединок команда Вадима Гаранина из-за снятия Смоленска, с которым Тверь должна была сыграть через неделю, проведет только 21 августа. На стадион «Юность» приедет «Балтика», «БФУ» и «Калининграда».